Содействие активным жителям, правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателей советов МКД, ТСЖ, ЖСК и неравнодушных граждан промышленного района Самары провели обучающий семинар «Мой дом». Этот проект в прошлом году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Его задачей является повышение юридической грамотности собственников и помощь в управлении МКД. Многие проблемы, они могут не решаться просто по причине, что люди не могут, не понимают, как грамотно написать обращение, куда обратиться, как обратиться, какие у них есть права, какие обязанности. В рамках данной программы на постоянной основе проходят встречи, обучающие семинары с населением, с активными жителями, также и с председателями МКД, на которых задаются и рассматриваются все интересующие их вопросы. Мы вот как раз на данный момент меняли управляющую компанию. Вот, в связи с этим возникало много вопросов. Юридическая поддержка необходима, потому что у нас существуют жители, которые в этом сведущи, но все равно не настолько, насколько хотелось бы, потому что непосредственно от тех органов, которые этим занимаются, было бы более важнее услышать, наверное, моменты какие-то. Председателям советов МКД рассказали, как работать в системе ГИС ЖКХ. Она позволяет без комиссии оплачивать коммуналку и отслеживать работу управляющих компаний. Кроме того, жители подняли проблему нарушения закона о тишине. Она особенно остро стоит летом, когда граждане открывают окна в квартирах. Стоит отметить, что полиция может отказать в приеме заявления, если документ оформлен неправильно. Чтобы председатели МКД могли решать вопросы эффективнее, власти внутригородских районов открыли ресурсные центры. В промышленном районе их 4. На Краснодонской 28, Старозагор 114, Московском шоссе 320 и Нововокзальной 176. Также в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателей МКД 8 800 55 55 263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.